Бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет. 2 недели назад он перенес инсульт и был госпитализирован. Врачи приняли решение ввести пациента в состояние искусственной комы. Уже в понедельник медики сообщили, что состояние Переса приобрело необратимый характер. Накануне в больницу вызвали родных экс-президента для прощания. Наследие нашего отца всегда определяло будущее. Он всегда говорил нам: смотрите в будущее, стройте будущее Израиля отважно и мудро, всегда стремитесь к миру. Нам выпала честь быть частью его семьи, но сегодня мы чувствуем, что весь народ Израиля и мировое сообщество оплакивают эту большую потерю. Мы все разделяем эту боль. Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 годы, а в 90-х и в начале 2000-х дважды был премьер-министром. Широкую известность Перес приобрел как один из инициаторов урегулирования палестино-израильского конфликта и идеолог концепции двух государств для двух народов. В 1994 году вместе с Исхаком Рабином и Ясером Арафатом получил Нобелевскую премию мира.